В центре города вандалы вырвали с клумбы несколько кустов можжевельника, украли деревца туи и бересклета. Сумма ущерба составила почти 1000 рублей. Злоумышленников милиционеры установили, им грозит уголовная ответственность. Пятиэтажка с магазинчиками на улице Ленина в Бендерах – это самый центр города. Здесь с клумбы у цветочного магазина 14 декабря вандалы с корнями вырвали туи, можжевельник, а еще и бересклет. Вот видно место, вот видите, там место, здесь место, здесь место. Прямо видно. Продавец цветочного рассказывает, пропажу растений ее коллеги заметили утром следующего дня, когда пришли на работу. Приходит Гриша, который убирается. Он повел нас и вот показал, что украли из клумбы. Сначала не заметили, что и с этой стороны тоже украли. О пропаже хвойных растений продавцы сообщили в городскую службу благоустройства и озеленения. А я уже знаю, как я сажала. Они идут у меня туя, можжевельник и через одну. Из того, что там осталось, я через одну посчитала и поняла, что там нету двух туй, двух можжевельников и одного бересклета. Специалист службы благоустройства и озеленения обратилась в милицию. Установить и задержать злоумышленников сотрудникам уголовного розыска помогли камеры безопасного города. Видео оперативники тщательно изучили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лица, совершившие данные хищения, были задержаны. Ранее были судимы, находились в местах лишения свободы. Судимые по аналогичным преступлениям состоят на учете у врача-нарколога. Вандалы рвали растения с клумбы в наглую, не стесняясь. Все происходило около 20:00 вечера, когда на улице еще ходят люди. Злоумышленники работали по одному. Вот один из них уже с можжевельником идет к перекрестку Ленина-Котовского. Спустя 20 минут здесь же появляется второй фигурант. Он тоже с растением в руках. Похитили они, получается, с целью сбыта. Сбыли они на центральном рынке. За это получили денежные средства. За можжевельник получили 150 рублей ПМР. За остальные насаждения по 75 рублей ПМР. Можжевельник, чтобы придать ему товарный вид, горе-предприниматели даже высадили в цветочный горшок. Сейчас все растения уже изъяты, совсем скоро их вернут на место. Они у нас там чистятся, на нас висят на этой точке эти растения. Если вы вернете, мы их садим туда же. По факту кражи в УВД города Бендеры возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит очередной срок. Закон предусматривает до 6 лет лишения свободы.